Всем привет! У меня стала странно работать насосная станция, а именно у нее появился такой странный звук. Вот сейчас послушайте. Это скорее всего из-за того, что вышла из строя мембрана. Я сейчас сниму насос и посмотрим, так оно или нет. Ну вот, насос я снял, сейчас нужно открутить фланец и посмотреть, как там состояние мембраны. Так, вот так вот выглядит фланец. И вот так вот выглядит. Наша манжета. Чтобы ее достать, надо открутить ниппель сзади. Вот так она выглядит. Тут есть резиновая штучка. Ну и, судя по всему, она уже порвалась. Надо ее поменять. Если внутри резервуара есть вода, она там есть, значит, наша манжета не герметична. Ее в любом случае надо поменять. Съездил в магазин, купил запасную мембрану. На ней было написано 24, но продавец мне увидел, что у нее у них универсальный размер от 18 до 24 литров. Но у нее нет такого хвоста. Ну, я думаю, здесь можно обрезать и вкрутить ниппелек без него. Ну что, будем менять и смотреть, как она будет работать.
Автомобильным насосом накачиваю давление 1,5 атмосферы, проверяю никель на герметичность, и можно ставить насос на место. Итак, первый запуск насоса. Ну вот таким образом легко и просто можно поменять мембрану в расширительном бачке. Цена вопроса 280 рублей. Ну на этом все. Всем удачи, пока.